Кликай на колокольчик рядом с подпиской на канал, чтобы не пропускать новые серии. Огромное спасибо, что пришли, ребят. Моя девушка будет здесь секунду на секунду, и мы... Ребят, она уже тут, она заходит, прячемся! Дай мне торт, все, давай, прячься. Пригнись, ей так с тобой повезло, ей так понравится. Пригнись. Окей, все, его дома нет. У меня есть 5 минут. Значит, у нас полно времени. Погодь. Что? У твоего парня есть гандоны. Их не делают такими маленькими. Давай, сучка. Сюрприз! Ой-ой. Боже мой. О, боже. Малыш. Чё ты тут делаешь? Ты же должен был быть на работе. Я взял выходной, чтобы сделать тебе сюрприз. Мне так стыдно. Это не то, что ты подумал. Как ты так могла со мной, малыш? Я просто... Боже. Все кончено. Малыш, дай мне еще один шанс. Я обещаю, что больше никогда... Попался! Это была шутка, малыш. Мы тебя подкололи. Она изменит мне? Нет. Малыш, это шутка. Ты о чем вообще? Мы все решили приколоться. Ты мне изменяешь, а вы все ее прикрываете. Нет. Слушай, это была шутка. Она показала, что так будет смешно. Малыш, я люблю тебя, а он гей. Мы тебя так подкололи? Стой, твою мать, там. Ты чего? Кто он? Герри из цветочного магаза. Да мужик, это шутка, смешно же. Я не тупой. Мы просто пошутили. Она изменяет мне с этим челом. Успокойся. Она не изменяет. Успокоиться? Эй, полегче. Думаете, это смешно, да? Эй, полегче. Я спрашиваю, это смешно? Пожалуйста, просто опусти пистолет. Пожалуйста, брось оружие. Брось оружие. Оружие брось. Ладно. Нет! Что ты наделал? Ты не можешь так просто умереть, нет! Никто не изменяет мне! Нет, пожалуйста! Попалась! Вы что, серьезно? Я ей расскажу! Рассказывай! Короче, я знал, что ты подколешь меня, поэтому я передоговорился и подколол тебя! Это не смешно, это перегиб. Я думала, что он умер. Ну а что, я не могу тебя пранкануть? Ты редкое мудло. Это же не смешно, все кончено. Малыш, это шутка. Ну, кто знал? Я знала, что ты знаешь, что я собираюсь приколоться. Так что после твоего пранка я пранканула тебя. Стоять и руки вверх. У кого пистолет? Это же шутка? Дом окружен, вам не выбраться. Это не шутка. Не, ну это же точно шутка. Кто это придумал? Отсюда слышали выстрелы, мне нужно вас всех обыскать. Кто это придумал? Руки так, чтобы их видел. Брось. Я офицер полиции, понятно? Уважайте мою власть. Мы просто кучка детей, которые хотят повеселиться. Вы имеете право хранить молчание, все, что вы... Обоживаю. Это прикол. Короче, я твой сосед, и я через стенку слышал, что ты знал, что она знала, то, что она собирается приколоться над тобой. И я подумал, приколюсь над ними всеми. Ну, конечно же. Я просто хотел новых друзей извести. Пошел нахер из моего дома, пока я настоящих копов не вызвал. А перевел и озвучил виски. Вы думали, что видео закончилось, но оно не закончилось. А что теперь? А теперь оно закончилось. А перевел и озвучил виски. Ага.